Вещи, к которым не придраться. Именно такие вещи я получила на обзор с сайта трикотажа из города Иваново, domtrik.ru. Вот это реально, по качеству у меня не было ни одного замечания, ни одного вопроса. С каждой новой распакованной вещью я в этом убеждалась. Строчки все идеально ровные. Если вставлена резинка, то она вставлена красиво, нет нигде попавшей излишней под машинку ткани. Нет даже ниточек, которые были отстрижены где-то в процессе пошива, и которые нужно просто стряхнуть, даже не было такого. Все идеально ровно, все сидит как положено. Я вам продемонстрирую несколько вещей. Из них я две взяла мужу, маме и себе. То есть это достаточно большой заказ. Как вы посмотрите, какие цены. Цены просто очень низкие. Весь заказ мой составил меньше 6000 рублей, 5985. И этот заказ относится к мелкому опту. Когда вы заходите на сайт, вы видите цену оптовую, самую минимальную. Когда заходите в карточку товара, вы там видите 4 цены. Одна розничная, мелкий опт от 2000, ну и еще 2 цены. Там уже от других, по-моему, от 10 там и еще от скольки-то тысяч. Девочки, я вам рекомендую хотя бы на 2000 набрать. Цена будет не намного выше, но вы получите реально качественные вещи. Ну, начнем с того, что я все вещи обмерила и сейчас вам буду показывать. У меня есть вот такая накладная, мне она пришла, посмотрите, в файлике, все приятно. Мне прислали 3 пакета, которые я не заказывала, но они, видимо, пришли в подарок. Ну и начнем с бытовых вещей. Заказала я полотенце, я не могу вообще обойтись без заказа кухонных полотенец. Вот такие милые коты, они мне очень понравились, я заказала одну штуку. И тут, к сожалению, нет этикетки, и я не помню ни состав, ничего. Из одного минуса обращу ваше внимание, что здесь не обрезана кромка, и, соответственно, здесь нет шва. Остальные края все подогнуты. Собственно, это полотенце. Кстати, вот еще я заказала одно полотенце, мне почему-то прислали 4. Ну, ладно, я не обиделась, я скажу большое спасибо, что 4 полотенца. Здесь мышки, у нас наступает год мыши, и я, конечно же, на Новый год подарю такие полотенчики кому-нибудь. Обязательно, они похожи на лен с хлопком, я точно состав не помню, но и здесь в накладной, по-моему, состава нет. Но полотенца классные, я очень люблю, часто меняю кухонные полотенца, и посмотрим, сколько они стоят. Кошки стоят 65 рублей. Сладкая жизнь тоже стоит 65 рублей, это с мышками. Моя покупка — сорочка. Размер 44, и я очень люблю сорочки. Очень короткие, которые только прикрывают ягодицы. И люблю сорочки на бретельках, для того, чтобы мне ничего во сне вот здесь вот не перекручивалось, в районе пояса, чтобы ничего не перекручивалось. И сорочки я поняла, что мне нужно брать в размер. То есть, если я ношу 44, надо брать 44. И особенность вещей, которые я сейчас измеряла, которые мне пришли, это то, что в одном размере практически нет отклонений. То есть какую бы вещь я ни мерила, те размеры, которые должны соответствовать определенному размеру, они все совпадают. То есть там плюс-минус пол сантиметра, и то я не исключаю погрешность моих замеров, потому что я все-таки измеряю, у меня свой сантиметр, у меня где-то я чуть-чуть растянула, где-то, может быть, не дотянула, поэтому размер идет в размер, и 44 идет в 44. Ну, заказывала я эту сорочку, глядя совершенно на другую. И там было написано, что цвет выбрать нельзя, там было представлено несколько цветов, или еще иногда пишут цвет микс. Это значит, что тебе придет все, что угодно. Ты смотришь, видишь одно, а приходит совершенно другое. Вот эта сорочка была из того же разряда. И, конечно, я бы такую расцветку себе никогда не выбрала. Я терпеть не могу розы, я терпеть не могу голубой цвет. Здесь все вместе совпало. Но на самом деле я не очень расстроилась, потому что она очень приятная на ощупь. Я ее примерила. Она мне абсолютно как раз. Вот это место мне не мало, мне вот не поджимает подмышку. То есть все комфортно, все хорошо. Низ обработан, да, вот где-то в любом другом месте, которое я получала, сорочки, трикотаж был просто подогнут. Здесь вот такая милая рюша получилась из-за того, что обработан край оверлоком. Ну, просто класс. Давайте я вам покажу швы. Здесь тоже не к чему придраться, просто не к чему. Здесь все сшито идеально. Внутри есть этикетка с уходом.
И на каждой вещи, я вам уж один раз покажу, а потом больше не буду останавливаться, есть вот такой фирменный ярлык с размером. И когда вещь приходит в упаковке, она приходит каждая в индивидуальном мешочке, в очень приличном, не сильно шуршащем и не жестком. Спереди вот такой ярлык. Здесь он приклеен, на других вещах он отдельной биркой на пластмассовой ниточке висит. Очень мило все отделано, даже ровно и идеально красиво подстрижен вот этот бантик и пришит. Ну и размер этой сорочки, длина 73 сантиметра, 44 размер, объем груди 42, это полуобхваты, объем талии 42, она прямая идет до талии и к низу расширяется до 62 сантиметров, то есть она немножко идет к низу колокольчиком. Сейчас показываю комплект, он называется «Легенда». Давайте скажу стоимость. Сорочки 259 рублей, комплект, который сейчас показываю, ткань кулирка и там, 517 рублей. На мне комплект, футболка и бриджи. Сейчас я отойду подальше. И бриджи в огурцах. Это такой домашний классный комплект. Я взяла его в 46 размере, потому что вещи, которые я ношу дома, я люблю носить объемными, чтобы мне нигде ничего не давило, и я, конечно же, не прогадала. Если вы 46 размера, посмотрите, как смотрится на 44, возможно, вы захотите тоже взять плюс один размер, потому что это будет, ну, прям в обтяжку вам, потому что в бедрах практически, ну, нет, запас есть, но вам просто будет в обтяжку, а дома все-таки удобнее ходить вот в таком более объемном. Ну и не доходят они до пола, сантиметров 10 у меня остается, и сейчас я сменю комплект, покажу вам его поближе. Посмотрите, как вшита резинка с оборотной стороны. Обалденное просто качество, и обращаю ваше внимание на то, что здесь есть карманы. Это настолько классная штука, когда есть карман. Карман достаточно глубокий, то есть можно положить телефон, можно положить что-то еще, что вы несете с собой. Ну и внизу широкий и есть небольшой разрезик. Ну и футболку давайте тоже поближе вам покажу, как отделана хорошо, идеально просто отделана горловина. Девчонки, я от качества просто балдею, я честно, вот их, вот эти вещи приятно держать в руках. Ну и вот как выглядят ярлыки на другой одежде, я вам показываю. Здесь 100% хлопок в этом костюме. Я вам его однозначно вообще рекомендую, все, что здесь есть. Единственное, ну вот будьте готовы к тому, что если написано, что цвет микс, то вы можете получить все, что угодно. Комплект розовый, длина вещи, футболки 62 сантиметра, длина рукава 21,5, плечо 11 и объем груди 50, полуобхваты это все. Брюки 84 сантиметра длина, талия 32, растягивается до 57, то есть 32 это в сжатом состоянии, я максимально растянула, измерила, получилось 57. Ну и внизу брюк 19 сантиметров и объем бедер 54. Дальше, на мне сейчас халат и сорочка Селеста, цены я вам сказала, теперь на Селесту говорю, на то, что сейчас на мне, 517 рублей, тоже ткань кулирка, на мне сорочка и халат. Тоже классный набор, сорочка по тому же типу сшита, как только что я вам показывала. Она прямая идет до талии и к низу она чуть-чуть расширяется. Но модель другая, тоже покажу. Давайте снизу посмотрите, у нее спереди она чуть-чуть подлиннее, к бокам идет немножко завышение, то есть трюш вот этот практически сходит на нет. Ну и здесь она тоже отрезная под грудью, рюш спереди, и сверху набрасывается вот такой халатик, когда вы встали, чтобы с голой спиной не ходить. И в халатике тоже есть карманы, это просто супер. Так, что у нас по размерам? Сорочка 74 сантиметра в длину, 43 полуобхват груди, 44 талии, ну 43-44, там тоже погрешность моих измерений. Халат по длине, он 91 сантиметр, 45 и 45, у него грудь и талия. То есть он чуть-чуть побольше, потому что он надевается уже поверх. Здесь пуговицы, ну и однотонный внутри. Очень классный комплект. Я просто безумно довольна. Сейчас на мне костюм, который называется «Скандинавия Бордо» и стоит 861 рубль. Это уже такой костюм, в котором можно вот запросто выйти к гостям, и он уже не смотрится каким-то домашним, но
На улицу, конечно, я бы в таком не вышла. И давайте я отойду, покажу его в полный рост. Это вот такая бежевая кофточка с оленем. Рукав 3/4, манжетик сшит из ткани, такой же, как на плечах. Ну и спереди приятный новогодний рисунок. И брюки полностью сшиты вот из этой ткани. Опять же, есть карманы. Для меня это просто вот так. И вот так смотрится сзади. На мне сейчас размер 44. Я не помню, почему я заказала 44. Наверное, не было 46. Давайте еще раз крутанусь и расскажу вам параметры и свои ощущения. Посмотрите, здесь манжетик. И 44 размер смотрится в обтяжку. Поначалу, когда я надела брюки, мне показалось, что они немножко врезаются в попу вот этим срединным швом, но сейчас вот я постояла в них, и уже такого ощущения нет. Возможно, они были новые, сейчас подтянулись, я уже в них посидела на кровати до этого, когда примеряла, немножко отошло. Ну и у них невысокая талия, она ближе к заниженной. Вот так они сидят, то есть они не на талии, они уже стремятся к бедрам, то есть слегка заниженная талия. Карманы, я уже сказала, я просто балдею от того, что здесь есть карманы. Так, ну и размеры. Кофта, длина 65 сантиметров от верху до низу, вот я от плеча считала. Длина рукава 44, это до конца манжета. Плечо 11, грудь 45, талия 42, чуть-чуть она приталенная идет. И по бедрам 49, то есть у меня здесь лежит все свободненько. И манжет 13 сантиметров, это вот эта вот часть, тоже полуобхват 13 сантиметров. Брюки, длина 106 сантиметров, мой рост 165. И брюки мне слегка длинноваты, но их не нужно укорачивать, они не тащатся по полу за счет того, что у них внизу есть вот такой же манжет, как здесь на рукаве. То есть он стопорится на щиколотке и немножко сверху сбоит. Это не страшно, это не... но зато на более высокий рост однозначно эта вещь подойдет. Классно, я вам просто все рекомендую, все, что я сейчас увидела. Давайте покажу вам тапки. Мы еще заказали тапки, они были всего по 100... женские 150 рублей, мужские 160. Я вообще ожидала, что за такие деньги они будут на тряпичной подошве, но нет, они на таком каком-то пористом материале подошва, но это не резина, но что-то, ну и не пенопласт, но, девчонки, я не знаю, как это называется, мягкие тапочки, по-моему, они были только 38 размера, и тоже я не могла выбрать расцветку, и очень мягкие и приятные, но я думаю, что они, конечно, недолговечные. И 38 размер мне прекрасно подошел на мой 39. Пятка у меня заканчивается вот примерно в этом месте. Мужские тапки сейчас тоже вам распечатаю, покажу. Мы брали, не помню какой размер. И вот, кстати, на тапках почему-то размер не обозначен. Мужские уже не пушистые, они просто на синтепончики. Мягко на них вставать и вот такие в клеточку. Ну а теперь посмотрим мужское, что я взяла. Взяла мужу толстовку с начесом, и она, вот мне нужно было ему купить какую-то вещь для того, чтобы он не мерз, когда он работает в неотапливаемом помещении. Вот такая толстовка, она реально оказалась очень толстая, и очень теплый у нее начес. Не знаю, вот вам сейчас видно или нет, но потому как она плохо драпируется, видно, что она очень плотная. 50 размер взяла, он носит 48, взяла специально тоже для того, чтобы больше был объем и больше сохранялось тепло. Он уже померил и с нетерпением ждет, когда я отдам. Я сказала, я пока обзор не сниму, я тебе не отдам. И 50 размер у нас, футер, начес, 3 нитка, если вот кому-то это что-то о чем-то говорит. Вот это здесь написано, 65 хлопок, 35 полиэстер, воротник, стоечка и... Внизу на рукавах есть манжеты, и внизу у кофты тоже есть вот такой манжет. Длина у толстовки 75 сантиметров, стойка 8,5, замок 17. Рукав 69 сантиметров, плечо 15, по груди вещь прямая 57 сантиметров. Ну и манжет вот здесь вот 13,5, для того, чтобы понять, войдет ли рука. Ну и заказала футболку для того, чтобы он носил дома. Меланжевый зеленый оттенок. И вот этот рисунок, он похож немножко на такую резину.
Классная футболка тоже 50-го размера для того, чтобы, ну, вдруг сядет, или чтобы дома, конечно, нужна была вещь пообъемнее. И, честно говоря, в такой футболке можно спокойно выходить на улицу, потому что к качеству нет никаких претензий. Прекрасно отделана горловина, прекрасно отделан рукав. Никаких нет нареканий. Абсолютно футболка стоит у нас, сейчас вам скажу, цены на обе вещи. Так, футболка 320 рублей всего, и вот эта толстовка 763 рубля. Параметры футболки: длина 75, рукав 24, плечо 15, и она прямая, 55 сантиметров идет от груди до бедер. Сейчас буду показывать вам вещи 52 размера, они куплены для моей мамы. Две ночных сорочки покажу с самого начала, потом пойдет костюмчик и брюки. Вискоза, 100% вискоза, очень мягкое кружево, совершенно никак не колющееся, оно даже немножко стрейч, чтобы вы понимали, да, то есть жесткие кружева, они не тянутся, а кружево стрейч, они всегда очень мягкие. Под грудью швы, выточки, и вот так выглядит сорочка по низу, то есть опять отделка вот такая нарядная, прекрасная, которая делает из обычной сорочки очень красивую. По рукавчикам такая же абсолютная отделка. Классная сорочка. Я, конечно, на себя не примеряла. Я думаю, маме будет как раз она нежная, она струящаяся, как любая вискоза. Очень приятный трикотаж. Вторая сорочка – это хлопок, кулирка. А, нет, здесь 50 хлопок, 50 полиэстер. Такое же мягкое кружево тянущееся. Чуть-чуть пожестче, мне кажется, чем то. Даже тянется немножко поменьше. Это сорочка на бретельках, и низ у нее обработан обычным способом, но обратите внимание, внизу все-таки есть такая замануха классная, хоть и сорочка простенькая, но вот эти бантики делают эту вещь просто супер вещью. Спереди тоже такой бантик, все аккуратно, нигде ничего не торчит и даже ровно обрезано, и краешки вот эти вот закреплены, они подпалены, и это ощущается сейчас пальцами. Давайте я вам скажу цены и размеры. Значит, цены. Грязно-розовая сорочка 419 рублей, серая меланжевая 246 рублей. Параметры. У первой сорочки длина 94, грудь 55. Больше ничего мерить не стала, особо там не... все, она вот пошла прямая. Серая сорочка длина 85, она покороче. И я, кстати, не считала вот это, вот я думаю, что она будет такой же длины, не считала длину бретели. И 52 сантиметра полуобхват груди. Дальше костюм, кофта и брюки. $529 рублей, и вот так выглядят брюки, которые мама заказала для того, чтобы ходить в них летом по дому, по частному дому, выходить на улицу и чтобы красиво выглядеть. Здесь опять сразу показываю, есть карманы. Таким же образом сшита резинка, это 100% вискоза, и брюки длинные до пола. Обработка внизу вот такая, широкая. И эта вискоза, они, ну, просто классные. Даже если эта вискоза помнется, на ней ничего не будет видно из-за такого вот красивого рисунка. Сказала вам цену, да, на них 529 рублей. И последние есть еще бриджи, тоже для мамы, попроще. Стоят 230 рублей, простите. Здесь 100% хлопок. И это тоже огурцы, но темно-синие. Здесь уже попроще резинка, но все равно посмотрите, как она отстрочена. То есть вот здесь идет двойная строчка, изнутри все идеально, все очень круто, вот карманов в них нет. Бриджи закрывают колено, и от колена на мой рост 165 сантиметров, еще 10 сантиметров они к низу. И просто обычная отделка, то есть это самые простые бриджики. Ну и размеры. Первые огурцы, которые из вискозы, подороже. 105 длина, 36 это талия в нерастянутом виде, 63 в растянутом, один в один с теми брюками из персикового набора, вот размеры все те же самые.
объем бедер 63, они пошире, они пошароваристей. И внизу часть, где у нас щиколотка, 19 сантиметров. Ну и бриджи вот эти вот синие, у них длина 70, талия 34, я почему-то не замерила в растянутом виде, потому что, по-моему, она совпадает с теми, до 63 сантиметров она растягивается, и по бедрам 52, внизу 21 сантиметр. Специально говорю вот этот размер 21 сантиметр для тех, у кого может быть достаточно широкие икроножные мышцы, потому что, возможно, она попадет на них, возможно, сверху немножко ляжет, вот этот момент учтите. Безумно довольна заказом, девчонки, всем рекомендую, проходите, оставляю ссылку на этот сайт под видео, на вещи, не знаю, смогу ли оставить ссылки, потому что я делала заказ не ссылками, а в интернет-магазине, все как обычно, регистрируешься, отправляешь заказ, и вот лично мне звонила менеджер. Рекомендую однозначно эти вещи, с удовольствием, просто с большим удовольствием. Сейчас вам все это показала, будем носить с удовольствием. Спасибо большое за предоставленную возможность, за то, что у меня теперь есть эти классные вещи. Вам рекомендую, девчонки, делайте покупки, получайте удовольствие именно от такого высокого качества. Меня прям берет гордость за то, что не тяп-ляп сделали за такие небольшие деньги, а подошли просто к каждой вещи, прям с ответственностью, да, и все сшито на 5 с плюсом. По тканям, да, тут уже каждый решает сам, что брать, что не брать, но именно вот момент качества здесь просто на высоте. Рекомендую. Большое спасибо за просмотр. С вами была Марина Соловьева. Увидимся в моих новых видео. Всем пока!